Вот Бобрики такая вот интересная книжечка, которая мне просто понравилась. И, кстати, не зря я взяла обложку, мне понравилась, она не разочаровала. А перевод с английского про мистера Брауна. Это вот этот тигр, он мистер Браун, и у него был очень плохой день. Что же произошло? Посмотрим-ка. Мне понравилась эта книжка вот этими пространством, планами, цветом. Характер в ней прикольный. И очень такая легкость. Легкая она, так легко очень нарисована. Вот этот тигр был очень важным бизнесменом. Мистер Браун, он всегда ходил со своим маленьким чемоданчиком. Он ходил в свое очень важное бюро, там у него были очень важные телефонные звонки, он подписывал важные бумаги. И на обед он всегда ходил в парк и ел там свой сэндвич. А в этот раз он так увлекся сэндвичем, что его важный чемодан утащил малыш. Вот, мне очень нравится здесь такая легкость рисовки. И посмотрите, как прикольно, все так прозрачно уходит вдаль. Вот. Ой-ой-ой, как же он испугался, бедный тигр, кофе пролил. Где же мой чемодан? Вот он его стал искать, и тут увидел, что вот, видите, там еще дальше все пошло, какие-то карусели. Он на переднем плане, ага, что же случилось? Он побежал, но в это время слоненок уже повесил этот чемодан на велосипед продавцу мороженого. И пока дети веселились в парке, тигр побежал за продавцом мороженого. Хорошо, что он остановился, но в это время, что происходит, чемодан подцепляет какой-то крокодиленок, и чемодан улетает. Улетает на карусель. Ну что, видите, он смотрит на часы. Успели я, ну ладно. Полетел он на карусели. И в это время дети уже с чемоданом сошли вниз и отправились на автобусную остановку. О нет, я не успеваю. Побежал мистер Браун за автобусом, но не успел. И очень расстроился. Он сказал, у меня какой-то сегодня очень плохой день. Его галстук перекосился. И он потерял свою шляпу. Он очень расстроился. И вот смотрите, он бежит по городу. Вот он. А, нет, он какой-то трехколесный велосипед у малыша взял и поехал по всем. Вот. Тут может посмотреть, куда ушел автобус. А вот и автобус. Но он опять не успел. То есть автобус уже ушел. Но тут, оказывается, чемоданчик его учительница взяла и спросила всех детей, это твой, кстати, вообще мне так нравится по цвету. И посмотрите, как просто все, как просто. Какие красивые цвета, посмотрите на этого котика еще раз. И вот он, бедный, бедный мистер Браун просит. Да, это мой чемодан, там самые-самые важные вещи. Гебра, конечно же, отдала ему свой чемодан, и вот уже возвращается. Ночью уже в бюро важное уже смысла не было идти, и вот он пошел уже домой. Вот посмотрите, ну вот буквально линия везде вот одна, да, и цвета совершенно простые. Но как классно передается ночь, какой красивый свет, как он падает на него, этот свет, да? По-моему, просто супер. Вот. А тут вот эта картинка тоже красивая очень. Посмотрите, мне так она нравится по цвету. Вот он пошел к себе домой. И вот его, наконец-то, его любимый чемодан. И что же там внутри? Ага, так вот они, самые его любимые вещи. Его книжка сказок, его медвежонок и одеяльце, которым он всегда прикрывается. И вот с его самыми важными вещами он отправился, конечно же.
конечно же, спать. Вот такой вот хорошенький мистер Браун. Прикольная книжка. Мне понравилась.